Сегодня москвичи войдут в контакт с матерой матерью панк-рока, защитницей прав животных и инопланетян Ниной Хаген. Полное подключение к космосу. На концерте тетя Нина, так ласково зовут ее поклонники, и плевалась, и чихала. Наверное, на общественное мнение. У меня Нина. Нина, там картина, и это трактор, и мотор. Но главное, как пела. Слышал бы Джордж Майкл такое исполнение песни «Киллер», сам бы его нанял. Жизнь не обделила тетю Нину событиями. Однажды к ней прилетели инопланетяне. Отдергиваю занавеску, а там висит оно, НЛО. Хоть бы постучалось. Тук-тук, привет, я НЛО. Давай пообщаемся. Оно светилось нереальными красками. Но знаете что? Они украли их у Всевышнего Творца всех красок. Остерегайтесь инопланетян. Затем фрау Хаген подалась в индуизм. После инопланетян сам Кришна велел. А недавно разочаровалась в харях и стала протестанткой. Гуру притворяются богом, они лгали мне и лгут всем людям. Кстати, информация о том, что эта 54-летняя богоискательница ныне живет с неким психиатром из Канады, тоже оказалась лживой. No boyfriends. Больше никаких парней. We have... Только Иисус. Теперь эта валькирия просто ходячий госпел, а не немецкая Жанна Агузарова. И с марсианами она завязала, и на Сатурн не хочет лететь. Даже ради интереса. No, I don't... Не хочу на планету улетать. Надеюсь, самое интересное место я увижу, когда умру.